В Одессе правоохранители задержали двух серийных воров. Как сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в Одесской области, злоумышленников поймали сразу после кражи в Малиновском районе. Злоумышленники проникли в торговый павильон, взломав входную дверь и вынесли оттуда оборудование и бытовую технику. Ими оказались жители Болградского района в возрасте 24 и 28 лет, старший из которых уже имел судимость за совершение квартирной кражи. В автомобиле правонарушителей полицейские обнаружили похищенное имущество, орудия преступления и более 20 патронов калибра 5,45 и 7,62 мм. По данному факту начато уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержаны. В ходе первоочередных следственных действий установлена их причастность к совершению ряда аналогичных преступлений на территории Одессы.